Украина не раз подчеркивала, что мирная формула президента Зеленского является единственным приемлемым способом дипломатического завершения российской агрессии. Вопрос так называемых альтернативных мирных планов в очередной раз всплыл в ходе недавнего интервью Владимира Зеленского изданию «Метрополис». В нем украинский президент назвал деструктивным так называемый мирный план, представленный лидерами Бразилии и Китая в мае 2024 года. В ответ на это в Пекине заявили, что поддерживают связь с Киевом, а сама КНР якобы выступает посредником продвижения будущего мирного процесса. Общие договоренности получили положительный отклик более чем от 110 стран. Китай будет продолжать содействовать мирным переговорам и играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса. Мао Нин, спикер Министерства иностранных дел Китая, на пресс-конференции. Так называемый китайский мирный план раскритиковали западные союзники Киева. В пресс-релизе по итогам недавнего диалога ЕС-США говорится, что КНР, будучи членом Совета безопасности ООН, нарушает принципы устава организации своей якобы мирной инициативой. В частности, что касается уважения независимости и территориальной целостности государств. С осуждением китайского плана Вашингтон выступил и на недавнем Совете безопасности ООН. Мирное предложение Китая из 6 пунктов для урегулирования того, что Китай называет украинским кризисом. Оно не соответствует формуле мира Украины и не содержит поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Намерен ли Китай вознаградить Россию за нарушение устава ООН? План Китая из 6 пунктов создаст опасный прецедент. Мы здесь не для того, чтобы вознаграждать нарушителей устава ООН. Впрочем, продвижение собственного плана не помешает Китаю принять участие в следующем мирном саммите, организованном Украиной. Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что в кулуарах Международного военно-дипломатического форума в Пекине Китай высказал готовность к участию во втором саммите мира. Эксперты считают, что присутствие КНР сможет серьезно усилить влияние мероприятия. Участие Китая, конечно, существенно повлияет на характер данного мероприятия, ну и, наверное, повысит серьезность его восприятия, а также серьезность восприятия любых решений, которые на нем могут быть приняты. Во-вторых, опять-таки, возможно, позволит подключить к его проведению ряд других государств, которые до сих пор каким-то образом или игнорировали это мероприятие, или пытались его каким-либо образом избежать. Кроме того, еще одним важным поводом для Китая присоединиться ко второму мирному саммиту является приглашение на него российской стороны. Именно отсутствием представителей от РФ Пекин аргументировал свой отказ участвовать в первой конференции в Швейцарии. Теперь, по мнению аналитиков, когда Украина высказала готовность принять страну-агрессора на мероприятии, это сможет привлечь как Китай, так и страны глобального юга. А это поставит Москву в невыгодное положение, если та не появится на саммите мира. Андрей Дмитренко для телеканала «Фридом».